Что касается преступления, совершенного в городе Саратове, то здесь речь идет о том, что они пытались завладеть зубной коронкой. Предполагали злоумышленники, что у потерпевшей был золотой вставной зуб. Желая получить деньги, продать, соответственно, эту коронку, получить деньги на то, чтобы приобрести, выпить, они предложили ей эту коронку снять. Женщина, естественно, отказалась, сообщив о том, что данная коронка еще ей пригодится. Однако на ее уговоры и отговорки они никак на них действия никакого не возымели, и они наживую с помощью отвертки вытащили эту коронку у женщины. Впоследствии ее убили, причем убили достаточно жестоко, дважды перерезали ей горло.